Смотрите сегодня в Вестнике Северодвинска. Один нетрезвый уже задержан. В городе стартовало мероприятие «Трезвый водитель». Усиленно ГИБДД будет работать до воскресенья. Концертный зал «Дюца» не только отремонтируют, но и модернизируют. Глава города распорядился расширить спектр ремонтных работ. Не пройти, не проехать жители деревни под Котласом оставили без дороги. А также, как прошли губернаторские елки, сказку в подарок получили тысячи детей. Обо всем подробнее в региональном блоке новостей. Очередь в ясли. Смогут ли в Северодвинске найти выход из проблемы? Уже есть план кардинальных решений. Не пропустите рубрику «Говорите». И в конце выпуска расскажем, зачем финалиста конкурса «Миссис Северодвинск-Архангельск» заперли в подводной лодке. Увидимся сегодня на канале «Свой регион» ровно в 19 часов.